Привет, друзья! За окном уже поздний вечер. Несмотря на это, я со своей съемочной группой нахожусь в стенах нашего детейлинга. Все потому, что хочу вам рассказать об очередном нашем проекте, который мы успешно уже реализовали. Речь пойдет об одном очень интересном автомобиле, который вы вряд ли встретите на наших улицах, скажем так, в широком масштабе, если только вы не работаете в Кремле. А речь пойдет о этом автомобиле. Представляю вам Genesis G90 Long. Это очень серьезный, дорогой автомобиль. Да, он, конечно, не такой дорогой, как Mercedes Maybach, к примеру, но можно сказать, это корейский Maybach. А кто-то его даже называет корейским Rolls-Royce. Все потому, что этот автомобиль очень-очень большой, реально огромный и выглядит, в принципе, довольно-таки симпатично. К тому же он красиво смотрится не только снаружи, а также и внутри. И что же мы делали с этим автомобилем? Наверное, вы догадались. Конечно же, с новыми автомобилями мы выполняем следующие работы. Это оклеиваем кузов полиуретановую защитную пленку, а также защищаем лобовое стекло. И на этом обзоре, конечно же, пойдет речь именно об этих услугах. Кузов на данном автомобиле оклеен полностью, вместе с крышей. И, как я уже сказал, этот автомобиль очень большой и есть некоторые нюансы. Первый нюанс связан с количеством материала, который мы потратили на реализацию этого проекта. На оклейку всего автомобиля у нас ушло около 20 метров. На самом деле это очень много и нестандартно. Обычно на оклейку автомобиля, к примеру, вот такого Mercedes B-класса, у нас уходит в среднем около 15 метров. Здесь у нас ушло 20, по-моему, даже чуть-чуть больше. Количество потраченного материала на этот автомобиль сопоставимо, к примеру, с оклейкой такого автомобиля, как Mercedes Gelandewagen. Но Mercedes очень сложный в работе, чего не скажешь про данный автомобиль. Он достаточно простой. Такой большой расход материала обусловлен тем, что в этом автомобиле очень большие детали. Вы только посмотрите на заднюю дверь. Она размером 1,45 м. То есть это очень много. Если обычные стандартные двери в автомобиле имеют не больше метра, то здесь почти 1,5 м. Крыша на данном автомобиле по размерам примерно как 2 капота. То есть она реально огромная. А также вот эта вот проставка, если ее можно так назвать, между дверьми, тоже достаточно много места занимает. Повторюсь, оклеен автомобиль полностью. Вместе со стойками, вместе с крышей, зеркала, пороги. То есть сделана, проработана каждая деталь. Как я уже сказал, автомобиль не очень сложный в работе, а также в разборке. Из всей разборки нам пришлось снять зеркала, потому что они выходят прямо из двери, как на Porsche Taycan, кстати. Также мы снимали ручки. Нам даже не пришлось снимать плавничок. Мы сделали эту работу, я имею в виду оклейку крыши, очень аккуратно, без демонтажа. Разборка на данном автомобиле была минимальная. Все потому, что серьезный, дорогой автомобиль. Не хочется что-то повредить и что-то сломать, так как данный автомобиль на самом деле побывал первый раз в наших стенах. То есть практики по разбору с данной моделью у нас, к сожалению, не было. Но несмотря на это, работа была произведена максимально качественно и корректно. То есть пленка была подвернута везде, где это возможно. Те детали, которые мы разбирали, их по-любому нужно было снимать, что мы и сделали. А то, что снимать не обязательно, соответственно, это не разбиралось. Также мы оклеили лобовое стекло. По традиции забронировали его специальной защитной пленкой от компании Never Scratch. Напомню, эта пленка не просто защищает лобовое стекло, а также создает эффект гидрофоба. То есть эта защитная пленка обладает свойствами водоотталкивания. То есть что очень хорошо сказывается во время езды в дождливую погоду. Пленка Never Scratch, она на самом деле в работе не очень-то и простая. То есть есть материалы, которые гораздо легче формуются, чем данный экземпляр. Но мы в любом случае выбираем именно ее за качество и увеличенный срок эксплуатации. Для чего клеить пленку? Кто не в курсе? Это защитный материал, который обеспечивает надежную защиту лакокрасочному покрытию автомобиля сроком от 5 до 7 лет. Что же произойдет с этой пленкой через 5-7 лет? Да по сути ничего. При правильной эксплуатации автомобиля срок пленки в принципе не ограниченный.
так как мы клеим только хорошие, качественные, проверенные материалы. Да, конечно, за 5-7 лет материал будет немного изношен, но свои защитные характеристики данная пленка точно не потеряет. Это все работы, которые были произведены с этим автомобилем, клиент посчитал, что этого будет вполне достаточно. Ну, как говорится, желание клиента – это закон. Наверное, я не буду больше тянуть. Предлагаю вам продолжить просмотр этого ролика уже без меня. Покажу вам, как наши мастера делали этот автомобиль. А на этом я буду с вами прощаться. С вами был Андрей, компания «Карстиль». Всем пока!